Всем привет! Это «Зайцев нет», и сегодня мы предлагаем вам послушать топ-10 новинок нашего сервиса за октябрь 2022 года. Подписка, лайк, колокольчик и погнали! На 10 месте в октябре у нас трек «Male Original Mix» от «Ветлав». Девятая позиция среди новинок Unity Original Mix от DJ AirTag feat. Angel Fels. Переходим к русскоязычным исполнителям. Восьмая строчка. Денис Сердюк, он же The Ice, трек Vibe. На седьмом месте среди новинок октября песня «Оттепель» поет Евгеника. Паша Панама с треком «Мон Амур», шестая позиция в октябре 22-го. На пятой строчке целая компания, по-модному коллаба. Грув, Кондратьев, Джакира и Денза с треком «Не надо стесняться». Бытия, а надо, так что было страшно, что вложились пашни. А вот Екатерина Яшникова поет и играет одна, совсем одна. Но это не мешает ее песне «Ту-ту» подняться на четвертое место в октябре. Он-то нас научит, что к чему трата, та-та-та. Твою, как бьются в груди. Тройка лидеров. Ирина Дубцова своим новым треком как бы спрашивает: «Как ты? Где ты?» Отвечаем мы: «Здесь, все ок». Как ты? Где ты? Я завтра. Хочешь, приеду. В котором выместились все мои таланты. Красиво жить не запретишь, мать научила. Если вся жизнь играет... У Мити Фомина и группы СПБ все просто офигенно. Их песня с одноименным названием в октябре на втором месте. Все проходит, несомненно, и все будет офигенно. Да ну лечитесь сами, доктор, хлопни. На первом месте среди новинок сервиса «Зайцев нет» в октябре Елизавета Андреевна Гордымова, более известная под псевдонимом Лиза Монеточка, с треком «Шагане». Слушаем. Я не шагане, я хулиган, есенинский. Я сокров... Есениным попахивает. Такими были самые свежие треки октября 22-го на сервисе «Зайцев нет». Слушайте больше хорошей музыки и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новинки. Встретимся тут же через месяц. Всем пока!